Откуда вы? Откуда вы? Скажите, пожалуйста. Я презираю Россию. Вы из Молдовы? Да. Вот ты сука. Я презираю Россию, я презираю крестиного ублюдка, блин. Чтоб ты сдох. Сама ты сдохни. Кто тебя подослал? Голосуйте за фашиста, Какие блядь. Фашисты? Уроды вы, блядь, уроды вы. Там дети маленькие голосуют, а ты что? Сволочь! Смотрите, показывайте. Кто из фашисты женщин мясный? Отпустите его вниз. Отпустите его вниз сюда, к нам. Я голосую. Для меня Россия, это как бывший Советский Союз, это оплот мира. Оплот мира, потому что не Путин начинал войну, войну начал Запад. Вот, использую Украину для всего вот этого, давно подготовил Украину. Вы как наблюдаете перемены, которые произошли за 2 года вот с начала войны на Украине? Перемены? Да, в России, внутри. Все равно вы наблюдаете, вы, наверное, родственники. Наблюдаю, мои дети живут в России, дочка в Владивостоке, сын в Москве. Россия расцветает, и Россия будет процветающей страной. Россия не то, что нам рисует завтра. Я считаю, что в России демократии будет побольше, чем в Соединенных Штатах Америки. Все на свои места. Да, и как все бы, наверное, маски свои сняли. И так как бы, да. То есть, ну, если смотреть на Россию, то она сплотилась. Да, вам ничего и хорошего не стоит ждать от этого. Лишний раз удостоверимся, что мы очень сильная страна. Очень сильная. А почему вы говорите, что мы что хотим? Сами понимаем. Даже зачем вы сюда пришли? Мы хотим, чтобы вы умели. Кто? Мы Молдова. Молдова? Вы же Молдову имели в виду или лично меня? А зачем Молдову тогда стягивают натовские бронетранспортеры? Где? А? Где? Что где? Где вы это видите? Не читаете новости, что ли? Я пришла, потому что меня очень волнует судьба моей родины, моей страны. Там, где находятся мои все родственники, мамы, папы и вся родня. Это моя страна, это моя родина. Я ее люблю. Я русская. И я всегда буду об этом помнить. Воспитывать детей в этом духе, чтобы они никогда не стыдились и не забывали свои корни. Россия – это мощь. Я так считаю. И я горжусь этим. Я голосую так же, как и все, думаю, за будущее страны. За будущее страны? Конечно. А каким вы его видите, если можно подробно? Хорошим вижу, разумеется. Угу. Только так. Я оптимист. Угу. А могу ли вас спросить, как вы считаете, насколько эти выборы организованы демократично, в демократичных условиях, и насколько ваш голос важен? Я думаю, сейчас важен каждый голос, абсолютно. И судя по тому, что я вижу в интернете, как голосуют люди в самых разных странах, очень многие люди это понимают. Я буду голосовать за того, кто сейчас здесь в списке. За того, кто был не зарегистрирован, я и не планировал. Я считаю, мне немножко больно за то, что демократия как-то во всем мире пошатнулась. Я бываю в Европе часто, живу здесь. И мне очень хочется, чтобы люди были свободнее, чтобы мы могли ничего не бояться, растить своих детей, учиться, работать, жить в мире. 18 лет в России, я там вышла замуж и в Сочи уже там проживаю. Вот. Сейчас в гостях и за справедливость, за демократию, за мир. Вот так. За мир. А скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, эти выборы демократичны? Насколько в России есть демократия? Ну, есть. Я думаю, что там тоже есть. Не знаю, сколько, но есть. Чего вы ждете от итогов этих выборов? Развитие России. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас здесь кандидат, за которого вы можете проголосовать, или вы уже выбираете из того, что... Я выбираю за то, что есть уже.
последние 2 года? Какие перемены вы видите в России? К лучшему, к худшему? Да их, по-моему, видно невооруженным взглядом. Спасибо санкциям Россия начала развиваться больше. А в Молдове живу совсем недавно. Гражданство России с рождения. То есть вы приехали сюда недавно. Да. Скажите, пожалуйста, за что вы будете голосовать вот сейчас? За что? За окончание войны. Сколько вы считаете, ваш голос может что-то поменять или вот, утвердить то, что... Ну, конкретно мой, я думаю, не сильно, но если собрать вместе, возможно, что-то изменится. Я покинул Россию с начала войны, вот, и здесь у меня родственники, вот, здесь я живу. Это связано с мобилизацией? Нет, я уехал через 2 месяца с начала войны. То есть, могу вас спросить, вы не согласны с тем, что действует, как действует Россия? Ну, нет, не согласен. Есть ли у вас кандидат, за которого вы можете здесь голосовать? Есть, поэтому я прихожу голосовать, да. То есть из этих кандидатов, которые остались, вы считаете, что все-таки есть, который может? Ну, я думаю, пока есть выбор, нужно как-то выбирать. То есть вы не будете портить бюллетень? Нет. Присоединились к акции 12 часов, да. Который призвал Навального, да. Не ходить 12, да. Часов. Именно так. Ну, он не ожидал. Да, он просто спросил, что за флаг. Ну, как бы многие сегодня спрашивают, что за флаг. Но просто, да, он начал его срывать с удочки. И, ну, разные инциденты. Флаг НДК на сегодняшний день самая актуальная оппозиция. Можно защищать свою свободу только с оружием в руках. В случае россиян. А вы сами... Я молдаванка. Вы молдаванка. У вас, да, нету российского, да, гражданства? Нет. И украинского тоже? Нет, где украинского нет. Я гражданка России по праву рождения. Я из города Брянска. У вас здесь написано, не голосуйте за фашиста Гитлера. Гитлера, да. Все совершенно верно. Я его считаю фашистом и фюрером, как в свое время был Гитлер. Только потому, что даже их речь вступительная о том, что они вторглись в Украину, звучало слово как у Гитлера.